Всем привет! Поиграем в GTA Online. Задание выживания. А выживать придется со своим оружием. Если вы погибнете, остальные члены вашей команды должны дожить до конца волны. А если вся команда погибнет, то уже не возродиться будет. А что за херня? Отдыхай. Отдыхай. Они хотят зайти сзади. Где броник? Это я тут броник не видел. Иди сюда. Куда тебя понесло там? Ты где? Где-то там тарится. Я тебя видел. Волна 1. А сколько тут будет волн? Он куда там залез? С крыши грохнулся. Молодец. Ну что, погнали. Опасно, опасно. Там целая куча идет. Где-то спереди еще два. Быстрее, заряжай, заряжай. Патрончики. Аптека. Тут идут, идут, идут. Ой, ни хрена их там. Их там просто. Охренеть, как много. Ты куда? Пережито. Отлично. Все полное. Оружия хватит. Патроны на месте. Ну, копейки какие-то. Двоих одним ударом. Где они? Где? Где? Они хотят обойти. А, нормально. Куда вы поехали? А ну стоять. Стоять, говорю. Что, покатались? Я вам покажу. Где зимуют. Где нельзя тут прятаться? Где бронь? Бронь. Надо до броника долететь. Опасно. Лучше не пойду. Эй. Да неужели эта машина взорвалась, когда не надо? А где бронь? Бронь. Хватаем бронь.
Да где она там, наверху, что ли? Ох ты, что тут появилось? Они наступают. Пока держимся. Держимся. Ой, ёпарсте. Вертушка прилетела. Ништяк. Кто-то из базуки. Ого, какая тут пачка стоит. Охренеть. Куда, куда, куда? Где нельзя здесь ходить? А то пуля в голову прилетит. Вертолеты уже прилетели, теперь что? Танки потом поедут, наверное. Быстрее. Надо оружие насобирать. Пока есть возможность. Они идут. Они тут прям пачками появляются. Иди сюда. Я тебя тут давно уже ждал. Напарники, да где вы там гаситесь? Мочкуйте, давайте, давайте, мочкуйте. Я тут опять партия приехала на машине. Ого, это кто так? Это кто так? Сдохни, сдохни. Подожди, я перезаряжусь. Опасно. Ты где? Я тебя видел. Вылазь, сволочь. Они прутся. Они уже здесь. Вижу. Надо аптеку схавать срочно. Очередная партия. Ого, ого. У вас тут не густо ли прибежало? Кажется, густо. Ты где? Выходи. Я тебя видел. Да блин, пули кривые. Ни хрена не летят нормально. Ого-го, мощно.
Быстрее собираем все, что можно. Пока не приехали. Гранаты. Это что такое за херня? Где? Откуда? Давай, сделай их всех. Где этот супер розовый пулемет? С таким пулеметом и вертолет не страшен. Конечно, если дело было бы с прокачанным полным оружием, конечно, легче было бы, а то у меня какие-то там два простеньких пулеметика. Они его даже тут умудряются попадать за этим ящиком. Сейчас он тут не выживет. Нервничает. Кричат. Еще половина осталась. Они там как пчелы вокруг вьются. Мимо. Во, теперь нормально. Чем они стреляют, что с двух? Под звук попаданий уже все, полжизни нету. Кинь туда гранату, вон, блин, между ящиками. Еще чуть-чуть, и волна будет закончена. А почему два человека, что третий передумал играть? Ну давай, человека три еще. Такой стоит, ждет. Охренеть. Все, последний. Волна 6 пережита. Следующая волна уже ночью. Надо быстрее бронежилет схапать. Какие резкие. Не успел появиться уже со всех сторон. Вертушка, мочи вертушку.
получилось все наоборот. А, где-то местечко тут найти. Чтобы можно было нормально отбиваться. Иначе они тут со всех сторон окружают бесполезно. Так, ладно. Погнали на следующее задание. Тук-тук-тук. Следующее задание. Можно ворваться. Ограбление Пацифик. Угнать почтовый фургон с передатчиком, который можно перепрограммировать и использовать для отключения бомб с краской. Понадобится сфотографировать несколько фургонов, чтобы найти нужный вам. Поехали фотографировать фургоны. Рожи все как на один лицо. Все братья. Так, надо этот включить. Окей, here we go. Transponders on one of four post-op vans making runs around the city. Что там? Фотографировать надо. Кто куда выехал, я парса? Искать фургон, а зачем столько народу для этого дела? Возьмите с собой навигатора. А где он? Навигатор, ты где? Все куда-то разъехались по своим заданиям. Где они там ездят? Так. Дело пошло. Фотографирование началось. Зачем он вертолет взял? Будто бы так быстрее. Что, пилот? И угнали у тебя самолетик? Надо, может, этого на борт посадить. Надо попробовать.
О, вертушка прилетела. Давай ищите, блин, эти фургоны. Хрен тут вы ездите. Столб опять тут вырос. Один только нашли, 4 фургона надо, еще 3. А вот фургончик. О, уже 2. Еще 2. Ну что ж вы такие, блин, а найти не можете. Вы что, блин, найти не можете? В 3 кварталах заблудились. Ну, как успехи, ездаки, блин. Вот еще один фургончик. Один есть, еще вроде последняя осталась. Bingo, I found our guy. Все, давайте угонять фургон. Самая непонятная миссия, блин. По поискам фургончиков. Эй, вы где там? Заблудились. Вы куда поехали? У меня GPS совсем не туда показывает, куда вы уехали. Ну, ездаки. Давай, 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 давай. Жми. Ух ты, броника-то уже не стало. Мощно. Надо поменьше врезаться. А то весь бронежилет уже схавался.
Все. Да неужели? Is the one? Transponder should be back here. Ну как тебе, тачка, смотри. Туда же есть какая-то коробочка. Двадцать 26 отстегнули. Неплохо. Запокататься за 5 минут. Что дальше? Едем еще куда-нибудь. Погнали. Эй, здравствуйте. Я пришел помочь вам провалить задание. Награда 675. Точнее, добыча. А что я? Стрелком буду. 25 всем поровну. Надо подобрать какой-нибудь свитер помоднячий. Стрелок, пилот, наземная группа. Шестьдесят 8 на кону. Прыгай в тачке. Этому все никак не везет. Да как без этого? Без пипика меня никак не обойтись. Чем быстрее сделаете, тем больше оплата. Ах, чувак. Полагание. Кого-то с интернетом хреново или чё? Машина прыгает то туда, то сюда. Вы уйдете по охлаждающему каналу. Сигнальные ракеты, когда выберетесь на берег, запустите ракету. Парашюты для высадки. 5-я особая карабины. Помповый дробовик с глушителей, гранаты, бомбы липучки. Но охренеть тут. Целая куча всего. Приборы ночного видения. Я что-нибудь сольёт. Вдруг нет. Жизни команды ноль. Никакого шанса, значит, не будет. Какое бездействие? Охренели.
Если кнопку не нажимаешь никакую, значит бездействие. Три километра. Ехать, блин, полчаса, чтобы завалить за одну секунду. Да, эти-то любят так подсекать компьютеры и ездоки. Куда тебе надо поворачивать, они постоянно туда поворачивают. Я эту миссию не знаю, так что завал будет стопудово. Дали бы какой-нибудь вертолет доехать до места назначения. Еще что-нибудь. С этой зеленой подсветкой, она как НЛО какое-то смотрится. Летящая по земле. Интересно, а того стоит? Там, наверное, понабежит врагов 500, наверное. О, какой супер ролист. О, злой компьютер. Еще таранится. О, уже прибыли быстренько. Приехали. Okay, here we go. Pilot's taking the controls. Aerial gunner gets first choice on position. Side-facing minigun placements are in the rear. А мне куда? Да блин, застрял. Да я парсата. Вы второй пилот боевого вертолета, нажмите, чтобы включать и выключать режим камеры пулемета. Для стрельбы используй мышь. Давайте всех тут расстреляем. Пулемет вертолета. Двое на пулеметах. А у меня этот, наверное, спереди, который пулеметик. Водой стреляют. Прилетели. Давай прыгать с парашюта. Ждите, отряд идет к зоне приземления. Кого тут расхерачить? Я его не вижу.
дождаться, пока пилот снизится. Кого-то отбить охранников, где они? Стой, куда я побежал? Стой. Где еще? Не вижу. Хорек где-то сидит. Вот он. Приближаются вертолеты. Где охранники? Вот они понаехали. Эй! Охренеть, он поливает. Ни хрена не видно. Ну, о. Все, нахрен тут расхерачить надо. Вижу. Отбейтесь от охранника опять. Вертушка, поднимайся выше. О, еще один едет. Пока нормально. Делаем еще один. Не вижу. Так, чисто. Ох ты, вертушки уже две. Давай. Ну, попадай, бери выше. Ракета, сваливай. Где? Вторая, где вертушка, не вижу. Вторая вертушка, ты где? Вторую уже пришпандорили. Ух ты, ей. Охренеть тут их. Охренеть, тут приплыло. Вертушка. Надо вертушку сначала снять.
Блин, хреново ночью задание. Ничего не видно. Выше, выше, бери, выше. Готовенький. Готовенький. Где-то тут орёт. Не вижу. Они все прут и прут. Один прорвался. Ну, когда эта херня закончится? Ждать сигнала. Одна прорвалась. Пушка, блин, угол. Стрельбы у нее 90 или 180 градусов примерно. Так, сели. Надо остальных расколотить. Пушка не поднимается. Ух ты, сколько там вертолетов. Сейчас. Сейчас они с двух-то пулеметов разберут мигом. Кажется, у нее дальность маленькая. Ага. Сейчас бы так вертолет влетел и бах. Уничтожь его с морем свинца. Последний. Дождитесь. Все чисто. Давай погнали. На базу возвращаемся. Фу, вроде без проблем, но вертолету досталось уже, коптиться начал. Только хреново миссия ночью выпала, или или это так должно быть, или нахрен неудачный момент, если это ночью. Развалится, не долетит, бензин кончится. Это где это за место? Горное озеро. Приехали! Тут уже народ встречает. Ну, что у тебя с управлением? Не все гладко. Все. Отлично. When I ran agents in the field, I had to entrap them, cajole them, threaten them with deportation. You're never gonna know what I had to do. Now, apparently, all you gotta do is give them a couple bucks and a few kind words.
I guess there really is no accounting for stupidity. But, and I'm serious now, as stupid as you are not going to talk about what happened here. Because your usefulness to us, well, it just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Мне гранату подарили, от которой надо избавиться. Ух ты, второе место. 675 итого. На руки 168. Бонус за первый раз. 268. Мощно. Что это за белый экран? Эй, что случилось? Ого, да, надо отметить. Налет завершен успешно. Доступ к транспорту, Валькирии и что там еще? Пикап. Куча транспорта каких-то открылась. Лабораторная работа, 800 очков. Ну что же, на этом пока остановимся. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. До новых видео.